как Крым? Как вы там работаете? Не поворачивается слово сказать, что отдыхаете. У меня есть 10-15 минут, пока Джемма едет. Мне надо кое-что ей передать и на работу. Вот, и я весь день к вам не выходила. Первая была бы по сборам. Старую песенку. Прическу? Илон, ну что ж вы так громко о моей гульке? Просто грязные волосы. Я не было времени помыть голову. Козырная прическа на все времена. Песня как называется? Серьезно? Серьги, у кого бижутерию всегда брала, чокеры, пояса. Our love. Почему постоянно игнор? На что я проигнорировала? Привет, Батуми. На работу куда? Мамулечка? Нет, это серьги. Шикарно. Не хочу делать ресницы. А что, мои не устраивают вас? Надеюсь, сейчас эфир не закончится за этой песней, или не будем рисковать. Ладно, давайте не будем рисковать. Вот, сейчас подождите. Джинни цены поднялись? Нет. Причесон идет, спасибо. Платье. Свет падает. Эффект не, фильтр не перекрывает его. Ты не далась, если хочешь мне, дай. Пару встреч, так, ну а после вам бай-бай. Я не обижал, типа, детка, ну-ка, тон край. Я не заливал, лучше бы любой полный. Я не как все. Не между какими. Осознанный выбор одной модели. Стоим, ждем. Ой, у нас был такой гром, такой ливень, просто. Но видите, кто что? Подождите. А?
не дотянусь. Подожди. Твои руки очень короткие, а я сижу в таком очень коротком платье. У нас прически одинаковые. Спасибо, тетя Мария. На работу. Я вас люблю. До завтра. В ночь, утром. Да, все, я заберу. Да, хорошо. Так, ребят. А, это все хорошо. Вот, но я не веду эфиры с дороги. Не умею, не хочу этому учиться. Поэтому спасибо. Поэтому со всеми я прощаюсь. Вот. А что, зачем я так еду? Сейчас, подождите. А, все, ребят. Я всех люблю, всех целую. А тогда этот выйду с работы, постараюсь. Если, как всегда, будет связь, не будет моросить. Всем хорошего вечера.